Всем привет, и сегодня я буду играть на хэллоуинской ферме за снайпера с оружием читак. Читак мне выпал за шестой день в коробке удачи за шестой день. Так правильнее будет, вот. И я не играл 6 дней в Warface, так что это моя первая игра за всю эту неделю, можно так сказать. Да и с читаком я, по идее, играл один раз, по-моему. А сейчас он мне выпал даже на 7 дней. Кто-то там все ходит, вот тень видна. Ну, вижу его. Вижу. Да, и меня убили. В отместку. Давай еще раз сейчас подсадимся. Может, опять кого-нибудь убьем. Этих кемперов, которые сидят постоянно. Это я еще куда-то в пустоту. Вроде там никого не было, я стрелял. Так. Есть кто? Нет. Выходите. Нет, никого нет, надо спускаться. И пойти по правой стороне, на. Опа, на. Убили меня. Вот, на тебе. Так. Ну и опять этот кемпер. Вот. Я и о чем и говорил. Что там сидят постоянно. Не дают из нашей команды выйти. А через воду попробовать вдруг. Вот. Ну. 7 дней дает о себе знать. Вру, 6 дней. Так, опа-на. Как он здесь появился? Свою пукалку достаем, ну. И промок. Да уж. Счет, конечно, у меня хороший. Но я отыграюсь. Я уверен, что отыграюсь. Надо опять через воду попробовать. Вдруг там кто-то есть. А там кто-то есть. И опять я промазал. И опять промазал. 2-5, хорошо. Так. Надо все равно. Я все равно через воду добью. Я должен кого-нибудь убить. Так, вон. Его убил наш союзник. Вот. Минус снайпер. Стоял с катаной. Не получилось, в окошко прокину. Вот еще один минус. Опа-на. Ничего себе. Подкрался такой с катаной. Сейчас надо здесь пройти попробовать. И с подкатом, потому что там опять кемперы сидят. Я уверен. Опа-на. Что-то не получилось. Снайперега там сидит. Так, вон там кто-то был. Но я иду здесь лучше. Нет, надо было лучше там идти. Угу. Пойду, наверное, через центр попробую сейчас. Как я промахнулся? Скилл. Ну, хоть одного слил. Того же, по которому промахнулся первый раз. Стоял, но я все равно по нему промахнулся. Вот еще один. Там же стоял. Вот, все-таки кемпера снял, наконец-то. Четвертый. Нам нужно еще.
что мы проигрываем. Не, до конца осталось 5 минут. Пятое убийство, давай шестое. И, блин, патроны. Патроны, это плохо, закончились. Посмотрел воду. Опять достаю пукалку, ну. И меня снова скотан режет. Снайпер. Ну, вроде так, начинаю отыгрываться. Пока не прямо так уж сильно, но все равно. Лучше, чем 2-5. Так, есть там снайпер? Нет никого пока что. Блин, промахнулся. На, вот так тебе. Может, сейчас здесь кто-то выйдет. Нет, никого нету. А нет, есть все-таки. Эти. Ну, блин. Плохо. 13-9 уже. Ну, такая головка. Второй. Ну, это я еще раз напоминаю, что я не играл 6 дней в игру. Так, опять через воду попробую. Должен я тут все-таки кого-нибудь убить. Да. Подкрался и убил рукопашную. Унизили меня, ребята. Не успел. Так, ладно. Через центра. Кемпер, кемпер, никого нету. Опять этот скотан и бежит. Блин! Ну-ну! Да, все-таки убил его. Кто-то по мне шмаляет. Сзади. Ой-ой-ой. Надо убегать. Куда? Где забраться? Где? Не нашел, где забраться. Да уж. Кемперы, наверное, опять там все еще сидят. Минус один. Так, гранату надо кинуть туда. И мину сейчас здесь поставлю. Вот, у входа, чтобы никто не прошел. Минус два. Еще нужно. Так, кемперы. Нет, там все-таки сидят они. Чучело. Третий, опять с катаной. Он все с катаной бегает, набивает ее, наверное. Блин, упал. Плохо. Нет, там кто-то... А, нет, там никого не было. Так, четвертое убийство уже, это нормально. Пятое, опять с катаной. И меня убивает. Ну, все-таки у него с катаной-то получается. Убивать хоть кого-то. Так, опять подкат. Ух ты, как неожиданно появился-то. Гранату кину. И... Да, и побежал. Он двоих нас в голову, взрыватель голов получил. Хотел его на ход убить, думал он... Сейчас, в подкате я его убью. Ну, когда он был в подкате, тогда я его и убью. Мастер объяснений, конечно. Так, ух ты. Спрятался там. Второй. Стоит, смотри. Да. Хотелось бы, конечно, за эти 30 секунд еще кого-нибудь убить. Но
Убивают только меня почему-то. Так, не получилось. Опа-на. Там режут наших. Все-таки убил. Я-то думал, не убью. Ой, с пистолетом. Убили. И меня снова убили. Отлично. Ну, все, короче, время закончилось. Вот такая вот игра была с читаком. За 6 дней я в игру не заходил, короче, и все равно с таким счетом вроде нормальным сыграл. Ну, в общем-то, все. Всем пока. Увидимся в новых видео.